У ефіру програма «Новини регіону», у студії Павел Савіцький. Вітаю вас, глядіть сьогодні у випуску. Новое обсталявання для гематологічних дослідженняў і рентген у цифровым формате. Поликлиники в області. Простехнічное переозброєння до больш якоснага обслуговування. Коньки зимой, летом ролики. Універсальную пляцовку для отпочинку открыли у Кличеве. Бягуть не только працовные резервы. Кольки человек прошли регистрацию на первый могилевский марафон и на каких улицах будет перекрытый рух транспорту. Глядите про несколько хвилин. У межах реализации программы «Один пояс, один шлях» у Китая этими днями находится делегация Могилевской области. Ее удельники планируют провести перемовы с керавництвом провинции Хэнань, Тянзу и Хунань по пытаниях реализации совместных проектов у промысловости, сельской господарцы, эдукации и туризме. Так само запланированы встречи и перемовы с керавництвом буйных промысловых компаний Китая. У приватности, згодно о попередней информации, пропоновано обмерковать перспективы развития инвестиционного проекта по выращиванию льняного волокна у Могилевской области. Знакомство с коллегами, обмен опытом и пополнение своей особистой педагогичной скарбонки. Напередодні профессийного свята молодые педагоги встретились с керавництвом в области и областного управления эдукации. Больше за 250 молодых наставников из усёй области собрались в Могилеве у Институте повышения квалификации. На встрече со своими коллегами и керавництвом Могилевщины они делились теми проблемами, с которыми сутыкнулись как молодые специалисты, огучивали свое бачение развития системы эдукации. Ни для кого не секрет, что идет изменение учебных программ, издание новых учебных пособий, учебников. И связано опять же это с тем, чтобы максимально адаптировать учебный материал ко всем категориям учащихся. Вводится профильное обучение, где ребята могут по будущему профилю своей профессии подготовиться по тем или иным предметам. Молодых наставников хвалюя и узровень подрыхтовки абитуриентов после спрощения тестовых заданий и пытаний працаулаткования на конкурсной основе и умовы працы по сумешальництву. Проблема молодых специалистов – это жилье. Так как у нас есть молодые специалисты, которые пришли в один год со мной, и у них есть такая проблема, но она, конечно, решаема, но все-таки, а так глобальных проблем, наверное, не существует. Сейчас много всяких информационных технологий, когда мы можем что-то найти, что-то поискать. Опытные преподаватели, которые нам помогают оказывать всякую помощь. Молодые педагоги свечат про поддержку своих коллег, але означают, что и сами не пужаются складанностей и не губляются перед проблемами. Молодому специалисту тут, наверное, несколько проще, потому что ты еще вот небольшая разница между вами. Ты еще немножко на их волне, ты их понимаешь, некоторые их переживания, волнения. Поэтому, ну, наверное, несколько проще в этом плане, чем уже педагогу, который с возрастом. Хотя у педагога с возрастом тут уже опыт. Дальше зараз команда Могилевщины принимает удел у республиканском конкурсе «Наставник года 2017» у Минску. Его выники станут известны 28 вересня. Снежана Крижевич, Алена Мельщанкова, Виталь Вопсев, новини региона. Новое обсталяванне для больш якаснага обслугоўвання і паспяховага лячэння. Сёлета толькі за паўгады ва ўстанову адукацыі здароўя в области поступила апаратуры более чем на 3 мільёны рублёў. Гэта плановыя закупы Міністерства аховы здароўя. За кошт мясцовых сродкаў набыта абсталяванне амаль на 100 тысяч рублёў. Гэта перш за ўсё цэнтралізаваная дапамога тым установам, якія маюць у гэтым асаблівую патрэбу. Рентген-здымки у Могилевской центральной поликлиницы переведены у цифровый формат. Для больше якостного обследования пациентов миновито такого комплексу и не хапало, говорят специалисты. Тому лето сидробили замову у Министерства аховы здоровья на закуп суперсучасного обсталявания. Униэксперт плюс рентген-комплекс такого классу – один у Могилеве и третий у Беларуси. Нет необходимости в рентгеновской пленке, нет необходимости в использовании химических реагентов для проявления рентгеновской пленки. Также то, что немножко ускорилось время проявления пленочки цифровой и обработки данных.
Это, естественно, уменьшает время для исследования пациентов. Это, конечно же, плюс. Ну и так как качество снимочков стало более четкое. Летась у поликлініцы установлены сучасный визиограф для рентген-здымка зубов. Усё гэта дозволило цалкам укомплектовать отделение. Усе 5 установок працуют на полную могутность. До централизованных закупов долучаются и спонсоры. Дякуючи такой подтримке у лаборатории поликлиники появилось новое обсталевание для гематологичных доследований. Тут, например, идет диагностика на онкомаркеры и гормоны, а на гэтым анализаторы доследуют формулу крови. Экономические затраты меньше, потому что все идет автоматически из определения и расчеты лейкоцитарной формулы, и определение гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов, что немаловажно для диагностики любого заболевания. Сучасное обсталевание и повышение якости послуг – знак того, что установа развивается. Сёлета Могилёвская центральная поликлиника отзначает 150 год. Свой юбилей она сустракает с добрыми выниками. А мальцалком компьютеризованная система – открытый центр договорных медпослуг, что сведчит про якость медицинского обслуживания и его запотребованность. Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко, новини региона. Для спортивных занятков и активного отпочинку у Клечеве открыли универсальную хоккейную пляцовку. Працевать она будет не только зимой, а и летом. Покрытие идеально ровное, тому тут можно будет кататься круглый год. Зимой на коньках, летом на роликах и скейтах. Как освоивать новую пляцовку, назирали наши корреспонденты. Со школы одразу на хоккейную пляцовку. Зараз менавіта такі маршрут у Даши Качура. Сюда ее приводит батька. Дочка хотела, и нам хотелось, чтобы дочка каталась. Вот потихоньку... Потихонечку учится. Ну, сначала ролики не подходили, большие были, теперь нормально. Я здесь начала кататься. Каталась, дома училась, ходила по ламинату. Ну, спортила ламинат или нет, нормально? Нет, все нормально. А как ты площадку уже опробовала, каталась уже? Ну и как, расскажи. Хорошо. Тут и сапраўды ровное покрытие. Будаўнікі постарались. На базе этой пляцовки дзейнічае гурток, где вучаць кататься на роликах. В Клечеве не было таких вот мест, где бы родители с детьми могли проводить досуг и время. И это как бы пошло. Коньки мы закупали не единожды. Детки очень с большим удовольствием идут зимой на эту площадку с родителями. У Клишеви, кажуть, зараз модно отпочивать активно. Тому на хоккейную пляцовку приходят кататься с семьями, как у будни, так и у выходные дни. Здесь не столько спорт, сколько здоровый образ жизни. Это веселое препровождение времени на чистом воздухе, когда мороз, когда здорово, когда солнышко светит. И идут детки и днем, и, что отрадно, идут дети подросткового возраста. Особенно площадка пользовалась популярностью тогда, когда студенты находятся на каникулах, это зимой. Как бы это, в хорошем смысле слова, тусовка для молодежи. У нас человек катается немного, может быть, ну, в основном молодежь. Может быть, человек 30, может быть, 25, вот так. Давно катаетесь? По 2 года каждый катаемся. По два года? А где катались вообще? Место было где-то в центре? Нет, просто по Клечеву. Полин, давно на роликах катаешься? Да. Нравится? Да. А падала? Иногда. Больно? Да. А здесь уже падало или здесь хорошо кататься? Не падало. Потому что тут хорошая дорога. Зимой коньки, летом ролики и скейты. Это ожидание жыхароў Клішева ажыццявілася. Однако есть еще одно. Нам бы хотелось, конечно, осваивать игру хоккей. Вот, поэтому планируем хоккейную игру организовать. Для этого нам нужны, конечно же, специалисты. Ну и перспектива, наверное, увеличить количество катающихся на роликах. Свою хоккейную команду у Клішеві готовы собрать хоть завтра. Шмат тех, кто жадая устать на коньки и узять у руки клюшку. Наталья Ильинч, Александр Тарасов, новини региона. Бесплатную консультацию юристов можно отримать 28 вересня. Практику таких приемов профсоюзы обновляют после летнего перерыва. Отримать отказы на питания, связанные с Працовным кодексом, а так само с обороной социально-экономичных правов и интересов можно будет на предприятиях, у городских и районных объединениях профсоюзов.
Нагадаем, Федерация профсоюзов Беларуси запустила гэты проект у сакавіку 2015-го. Летась за консультациями звернулись 375 жыхароў Магілёўскай области. По словах специалистов, такие приемы – это реальная махчимость вырашить конкретные проблемы ці просто отрымать отказ, куды и як рухаться далей. Например, юристы могут допомогши скласці исковые заявы. Основное пытание, с якими шасей приходят на такие консультации – это припынение працовных относин, оплата працы, предоставление отпачынку, коллективные домовы. Про час проведения приемов у в области можно доведаться по телефону у Могилеве 25 36 52. Два человека загинули на пожарах в области за минулые сутки. У Могилевском районе у одном из домовладаний горела память. Под час ликвидации узгорания воротовальники нашли у этой побудове тело 61-годового господара. У Белинском районе пожар отбылся у приватном жилом доме. Когда воротовальники прибыли до места здарения, будинок горел открытым полымем. Когда пожар тушили, у одним из покоев сотрудники службы 101 нашли тело 54-годового жихара дома уладания. Специалисты высветляют причины обоих здарений. Проблема интернет-залежности на Могилевщине стала особливо актуальна апошние 3 года. Заместо активного отпочинку на свежем поветре с сябрами, дети нередко выбирают отпочинок с любимым гаджетом. Причем часами на прикладе своих же батьков. И добро, коли сами дорослые это разумеют и звертаются за допомогой до специалистов. У социально-психологичных центрах отзначают, что до их еще частей стали звертаться батьки за допомогой научить детей и подлетков беспечному житю с интернетом. Не столь давно обращалась мама молодого человека, старшеклассника, который готовился к экзаменам, к выпускным экзаменам. И проводил очень много времени в интернете, объясняя маме то, что он готовится таким образом к экзаменам. Конечно, тут работают уже и школы, работают учреждения дополнительного образования, работают и психологи. Специалисты кажут, интернет-залежность, как и любая инша, возникает непрекметно, и батькам треба цікавиться, чем занимаются дети у интернете и кольки часу там проводят. Зараз тяжко уявить себе семью без интернету, а это, кажут специалисты, может нести не только психологичную залежность, але и уплывать на физическое здоровье. Осанку тоже надо ее контролировать, и надо мышцы эти расслаблять. Рука у нас уже стала конкретно, ортопеды бьют тоже тревогу. Они ее называют болезнь мышки. Ослабевает, потому что постоянно держит руку на мышке. И локти у нас неправильно начинает работать дыхательная система. Локти постоянно подняты, потому что работаем на клавиатуре. Без интернет-зносину многие подлетки не уявляют себе ни одного дня. Да и батьки часом довольно лояльные до такой ситуации. Вы относите себя к интернет-зависимым людям? Я, можно сказать, что да. Ну, я борюсь с этим. Это не такая зависимость, которая стоила бы какого-то особого внимания. Лучше следить, чтобы они никуда не влезли, куда не надо. А так, если в пользу это пойдет, то в пользу можно. Как уберечь? Пароли устанавливать. Контролировать. Контролировать, отключать интернет. Как бы вот так. У вас жесткий контроль? Ну, лояльный. Какие-то массовые мероприятия на улице проводить постоянно, зазывать людей, зазывать народ в любом случае. Нужно. Заинтересовывать другими делами? Да, да, да. Если, допустим, про более младшее поколение, чтобы родители за это смотрели, учителя? Некоторые люди очень много сидят в интернете, ну просто не обращают на внимание на окружающий мир, и это как-то, ну, плохо общаться даже с ними, просто выйти на улицу. Они сидят в телефоне или в компьютере. Конечно, интернет – это не только проблемы. При належном корыстании – это и великая корысть. Просто детей треба вучить культуры износенного на интернет-просторы – это же серьезно, как, например, по водяному дорозе, те у надзвычайной ситуации. Алена Мельшанкова, Александр Артемьев, Александр Тарасов, новини региона. Больше за 1500 человек прошли регистрацию на первый Могилевский марафон, который ладится у неделю. Причем сярод тех, кто будет им удельничать, гости из России, Польши, Литвы, Италии, Израиля и других стран света. Дистанции 3, 4 и 10 километров, а так само для аматоров есть классика 42 километра и 195 метров.
Галоўная падзея разгарнецца на плошчы славы. Там удзельнікі марафону возьмуць старт, а праз некалькі гадзін фінішуюць. Серада – апошні дзень рэгістрацыі праз інтэрнэт. У чацвер і пятніцу атрымаць права на ўдзел у марафоне можна будзе ў спарткомплексе «Алімпіец». Пачатак свята бегу ў 10 гадзін. І нагадваем, што падчас марафону будзе спынены рух транспарту. Большая частка дыстанцыі пройдзе па Пушкінскім праспекце і вуліцы Вялікая Чавуская. Адначасова са стартам марафону разгарнецца і культурна-забаўляльная праграма. За падзеяй можна будзе назіраць на вялікіх маніторах, якія арганізатары ўстановяць на плошчы славы. Наши новины таксама доступны на сайте tvrmogilev.by. На этом я с вами развитываюся. Дякую вам за увагу и до встречи в эфире.